Всем привет! Продолжаем прохождение Uncharted. И у нас... Давай, влази. У нас задача... Блин, он так вот это странно делает, что он как будто свалится. Типа пробраться незамеченными, но мне кажется, у нас будет перестрелка все равно. Но там я не знаю. Может, конечно, мы просто проползем? Салливан сбежал! Да. Прочешите все! Найдите его! Ага. Забавно. Оп. Сейчас будет миссия. Снайперская винтовка. Она неспроста тут лежит. М4. Ничего не вижу. Пистолет выкинуть? Неспроста здесь лежит снайперка. Скорее всего, будут снайперы, да, которых не надо будет отстреливать. А может и нет. А, вон они, блин. Хотя... Ну, может, и так сейчас солью 3 патрона, потом уже... О! Клёвая снайперка. Ну, кто там жахает? Так, откуда собака жахает? Откуда жахает? О, вон он. Где? Блин. Сейчас немножечко с пистолетом поиграемся. Это мешаться будет. А того сейчас со снайперки вынесу. А где этот тип? О, стой. Клёво, вынесли. Надо будет вернуться за моим М4. Еще кто-то есть? Ага. Пистолет. Вот тут это был. Я уже не помню, для кого отстреливала. Музыка не прекращается, хочу сказать. Дробовик. Ага. Чувака сложила просто вдвое. У меня 1 патрон остался. Где все пушки? Я его уже видела. Если я упаду, то, наверное, помру, да? Мне туда не идти. Ага, ага. Знала. Так, меняю за своим 4, иду быстренько. Ну, придется, а что делать? Мне нужна моя пушка. Снайперки у меня больше нет. Ну, они все сюда сбежались, кстати говоря. Знаете что, мне надо опять сюда. То я как на ладони. Сейчас справа слева подойдут. А. Нельзя его упустить.
нельзя его упустить. Пошли! Заколебал. Откуда? Да я не вижу его ни хрена. Ага. Уа! Дождалась, слишком близко подпустила. Да блин. Еще перезаряжается. Выдает патроны. Патроны. Дробовик не хочу. Ой, игил, да? Игл, игил, господи. И типа по-тихому пройти, ага, конечно, блин, поверила я. По стелсу пройти тут. Так и знала, что будет перестрелка. Ага. Нашли кого обдурить. А здесь закрыто? Да не пройти, да? Ну ладно. Пошли. Привет. Привет. Я в тебя верил, Дрейк. О, здорово. Не знаю. Я соображаю на ходу. Но это точно то самое место. Погодите. Эти символы нам что-то подсказывают. Так. Еще одно. Так, чаша, стрелы, книга. Это вот по очередности корона, змея, ракушка или чуть такое. Да. По очередности здорово, то, что Роман, нужно. Здорово, Роман с Наварой тут все переворотили. Так, это что? Стрелы, книга. Так, первое что у нас идет? А первые стрелы или чаша? Ну, давайте начнем с чаши. Стрелы, книга, потом вот этот... Это что, часы? Это или точно чаш? То место? Корона. Вот это, наверное, да? Ну, крути. Подожди. Что-то я не пойму. А, я их тормашками сделал. Как она была? Вот, да? Потом у нас идут стрелы. Стрелы вниз. Они должны быть наверх. Хорошо. Ну, острия. Так, да? Книга и первый шрифт должен быть наверху. Что-то я не вижу. Вот как можно разглядеть? Я не вижу ни черта, ну серьезно. Эта штука внизу, да? Ну-ка. Я не вижу, вот честно, настолько непонятно. Потом этот должен быть внизу, но он так и есть. Корона наверху, змея по левую сторону. Ага. Змею крутим. Так. И ракушка вниз.
Или что это? Не знаю. Топление. Не в ту сторону, короче. Ты дурень? Это я так кручу, да? Все. А то есть, по сути, мне надо было покрутить всего три стрелы. Насчет книги не знаю, потому что я там перекручивала, там не видно ни хрена. Змею и последнюю вот эту ракушку. Лови. Ну, что скажешь? Не знаю. Может, и тупик. Стойте. По-моему, тут есть какой-то проход. О, черт. По-моему, что друзья. Ловушка. Ловушка! Ловушка? А, ловушка. Салли, ты живой там? Так, Салли. Мы остались едины. Да, я цел. Целый невредим. Вот только копчик отбил. Слушай, возвращайся в библиотеку. Нам придется искать другой выход. Остается один путь. Вперед. Ага. 16 глава. Сокровищница. Так, ты с факелом? Иди свети мне. Ни черта не вижу. Специально так делает? Факел. Прям целый город лечит. Что это такое? Интересно. Хитроумный способ спрятать сокровища. Клево. Куда нам идти? Хороший вопрос. Не знаю, куда можем идти. Направо, налево. Так. Стоп. Это подсказки Эл. На карте Дрейка в углу проставлены римские цифры. Это что-то значит. 2, 5 и 7, да? Это пятерка, типа. 5, 2. То есть 2, 5. Я постою, посторожу, а ты придумай, как нам перебраться на ту сторону. И 7. Это 1. 2, 5 и 7. 5, 2. Семь. Ой. Так, стоп, еще одна пятерка. Что это? Ну вот. Не знаю. Я заблудился. Это 4 или 4, по-моему. Наверх можно. И вот там еще можно было, блин, подняться. А вот я дурочка взяла и спрыгнула. Чего мне это дает? Еще одна пятерка. Так, сюда. Что-то тут прям серьезно можно заблудиться. Тут ничего нет. Перепрыгнуть могу? А чё ты не перепрыгнул? Ты что? Что за дела? Нет уж, давай еще раз. Ты же можешь перепрыгнуть. Я знаю это. Что за новости-то? Не может? Почему ты не допрыгнул? Блин, он на такие расстояния допрыгивал, а здесь не может? Вы издеваетесь. А где я? А. Ладно. Три туда, 2, 5, 7.
4. Зачем мне это? 1. 5. И по лесу. Это явно для чего-то нужно. 2. Крути. Так, что вода, да? Достанет до воды? Ага. Чтобы заработало колесо. Ага. Что-то происходит. Ага. Нейт, это ты сделал? Тут вдруг все задвигалось. Ты интересно. Окей. Там какая-то фигня у нас покрутилась, да? Где у нас там крутанулась? Нет, цепь, я видела, цепь опустилась. А, вот она. Вот она. Ну, залази. Ух ты, это меня может убить. Да? Двойка. Сокровище было. Вон сокровище вижу. Сали, слышишь? Блин, что с Сали? Сигнал. Блин, вот это мне уже нравится. За это хвалю. Чё, меня убьет, так прибьет. Я выше там могу захватиться? Почка. Я, в принципе, думала, но там лезть некуда. Черт, по новой. Блин! Попала опять на нее. Что такое, блин? Она ставит. Первый раз прошла ее хорошо. Так, я уже поняла. Ну, молодец. Нет, ну а чё, дальше ты мне чё? Блин, чуть не прыгнула. Стали, он типа поговорил? Вон там. 7 вон там. А я за это не зацеплюсь, наверное, да? Куда мне прыгать-то? Туда я не допрыгну. Я же не допрыгну. Дебил. Ползти-то некуда.
А туда мне зачем? И вниз мне зачем? Ну, я туда, наверное, не допрыгну. Конечно, давайте попробуем, но... Вон еще вниз лестница. Ну, там вот сокровища я вижу. Зацепь не ухватился, главное. А куда мне лезть-то? Я столько раз грохнулся уже. Вот еще лесенка какая-то. Давайте туда попробуем. Ты издеваешься? Я же могла допрыгнуть. Ты гонишь. Он вроде даже ногой проехал. Так, о, захватился. Зачем? Зачем? Меня здесь ухватить-то не за что. Понятно. Добавлю. Из-за этой штуки он тоже не хватается. У него тут, у нее там тоже что-то задвигалось или нет? Ну-ка. Ну-ка. Сиди, кто-то. Давайте сюда сходим. А, это я забрала. А как мне выше-то забраться? И это все, да? Здесь просто тупо нычка была как раз, да? Угу. Так, сюда. Здесь. Здесь тупик. Получается, мне туда, а дальше я пока что-то не понимаю. Как мне выше-то? Угу. Кругаля наделала я тут. Сдались. И все, да? И опять на том же месте. Главное. Тут не вижу куда. Там я тоже не вижу. Туда у меня не получается. Направо я тоже пыталась. Налево я не пыталась. Давайте попробуем туда. О! Ползи, блин, дурень. О, надо же куда-то выше. Кто это, блин, придумал, а? Два. Оп. Окей, двоечка.
Осталась семерочка. Однерочка, единичка. Пятерочка опять. Нет, им нужна семерочка. Опять сокровище, да? А как туда попасть? Ага. Как на ту сторону прыгнуть? Отсюда туда я не допрыгну. Ой. Проскочила. Ой, ой. Сейчас я шлепнусь. О. Не успела, прикиньте. Да блин. А ведь так хорошо пробежала между этими штуками. Ну-ка. Сейчас меня собьют, да? Нет! Нет, не собьют. Кружочек, я помню. А я же нажала, главное, кружочек. Поздно нажала. Успела. Нажала. Нажала. Весь понадобится. Так, а где? Что я? Так. Еще одна беготня. Что-то так вот это не финалочка. Видимо, будет еще одна серия. Стоп. Там бежать-то некуда. Есть куда бежать? А, вон туда вправо. Да? Да? А. Здесь между... А, во, можно между... Паразит. Шаг вперед делаю и сбил меня. На тебя. Шаг. Ни хрена не видно. Сколько я прошла вперед. Да что ж ты делаешь-то? Ой. А что ты сделал-то? Придурок, зачем? Ну ты издеваешься? Мне предлагаешь заново бежать? Прыгай давай вниз. Не хочу заново прыгать до туда. Это издевательство. Как так получилось? О! Отвратительное место. Я здесь свалилась. Пиковая туча. Раз. Просто. Я еще пыталась между встать, а он там повис потом. Так. Нормально. Нормально, нормально. Так должно быть, видимо. Она ко мне пришла, кстати. А! И чего? Я спустилась вниз. Придумай, как открыть эти ворота. А, то есть я все это время ей дорогу делала? Каким образом я это должна придумать? Подождите, лифт работает же, да? Я могу наверх просто подняться? Или нет? Это он просто сломался, обвалился и вниз спустился? Или еще как? Как это? А, еще? Так.
туда не лезет. Не знаю, наверх лезть. А зачем? Что там забыл? А это не крутится? Нет, нет. Что-то я затупила. Я снова тут. Там дальше ничего нету, да? Да не идет. Там лестница. А туда-то как интересно мне попасть? Ну там дверь или что это? Давайте еще раз пробежимся в ту сторону, откуда мы упали. Есть ли с этого толк, я правда не знаю, но... Там мы были, а? Как на эту сторону попасть? А! Дебил! В смысле, отсюда сохраняешь ты? Да. Нормально. Какой-то ужас. О! Кстати. А что-то открылось. А как? Придумай, как открыть эти ворота. Как? Я жду здесь. На лифт спрыгнуть? Ты наверх заберешься? Как я наверх заберусь? Вон! За палки не хочешь хватануться? Это было бы вообще бы шик. Как туда попасть? Вот тут, кстати, можно залезть. О! Нафиг я наверх полезла. Все получается, нам сюда, да? Хорошо. Так, это мостик. Как тебя пустить? Туда мне некуда прыгать. Что-то пострелять? Отстрелить? А он по этим он будет прыгать? Зачем ты туда прыгнула? Я правее целилась. Да блин, да вы чё? Я же залезла туда, не мог сохранение там поставить. Прикались ты, блин. Кстати, а там канат какой-то светится прям. Сейчас. Придумай, как открыть эти ворота. Уже все. А ворота открыть.
Блин, не заметила, прикиньте. Цепь. Вообще капец. Не заметила цепь. Представляете? Что? Шейсик. Это было спасибо. Так? Приколисто. Так, двоечка. Сейчас будет перестрелка. Ну, должна быть по логике, да. Эй, слышь, кто выживет, того и золото. Ты проиграл. Убейте обоих. Вот ведь. Класс, спасибо. Не, ну-ка давай не качи, блин, умник, а. И чё? Револьвер. О, здрасте. На тебе в ногу. Ха. Чё-то много. А, ещё и этот пуляет. Ладно, я поняла. Оглушил. Не попадаю. Где он жахает? Ты что такое-то? Дура, уйди, блин. Где этот придурочный с куколкой? Стоит, дурак. Где он жахает там? Где-то жахает этот про... А вон он, красавчик. Я думаю, откуда, блин, жмахает-то, а? О! Отлично! Неожиданный поворот событий. Хе-хе. Так. Не беру револьвер. Хотя в револьвере сколько патрон? Блин, не подходит. Принимай пушку. Где моя пушка-то? Да ты гонишь. Пушку мою дай, блин. Капец. А, можно больше? Вон они. О. Опять этот. А, в смысле? Прислонись. Ой, придурок, он не может прислониться, капец. Не мог прислониться к этому столбу. Патрон собирай. Угу. Угу. Там наверху что-то типа лестницы. Так ее не заметишь. И как? Я подкинуть типа могу? Не вижу. Типа я должна, наверное, туда подняться и спуститься. Как-то так, да? Блю! Ай, блин! Фу, спасибо, хоть отсюда поставили. Как можно падать, а? Я в штуку расшлёпнулась. Так, это не то. Нам сюда. Вот тут должна быть, да? Где лесенка-то? Где? Вау. Нагнать
Не хочет прислоняться. Откуда лепит? Не поняла, Саша, откуда лепит вообще. Лестницу давай пускай. Давай. Молодец. Уложил по-мужски. Поднимайся, красотка. Так, прятаться куда-то. Я прям на этой. Надеюсь, это не тупик. А что, бежать, да? Надо убежать. Ты все правильно делала? И еще справа вон. Он помер или нет? Не поняла. Нет, живой. Порядок. По крайней мере, не будешь молять по правой, по левой стороне. Мне нужно где-то укрыться, пока не вижу, откуда стреляет вообще. АК-47. Так, это все не то. Кто? Где эти придурки? А вот семерочка, да. Мы идем на правильном пути. Беги! Беги, блин. Пошли. Когда будет спокойствие? Как-то это. Катсцена. Тут ничего нет. Мне это надоело. Нейт? Это Дрейк. Он ничего не нашел и... умер здесь. Вот тебе и величие. Потратил жизнь впустую. Нейт, надо уходить. Ты готов? Да. Это его родич? Конечно, готов. Да. Должен же быть отсюда выход. Так, сердце сокровищница. 17 глава. Давайте мы на этом остановимся. В следующей серии продолжим. Я немножечко ошиблась. Я не думала, что я так зависну с этими штуками там. Все, в следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока-пока.